Всем-всем привет! С вами Владислав Фокин, и я веду правильно свой блог о жизни, и вы на закупочке продуктов. Ну а перед началом ролика я хочу вас предупредить и рассказать, кто еще не знает. У меня есть Twitch-канал ежедневно, дважды в сутки, с утра и вечером. Там проводятся прямые трансляции. Ссылочка будет в описании. Переходите, фоловьтесь, там круто, весело и офигенно. Возможно, зрители с моего твича, если смотрите мои ролики, вы подтвердить сможете в комментариях, что на стримах моих классненько и весело, и самое важное, адреналиново. Еще я хочу вам напомнить, что у меня есть телеграмчик-каналчик, там я выкладываю повседневную свою жизнь. Ну, не ежедневно, но повседневно, стараюсь. А еще общаюсь с вами в чатике, помимо комментариев и помимо моих стримов. Собственно, давайте, все ссылочки в описании. Переходим, подписываемся и фоловимся. Теперь приступаем к ролику. Какой первый пакет? Ну, давай начнем с этого, потому что это надо желательно положить в морозилку побыстрее. Тут у меня вкусняшка. Называется... Сейчас, вот так сделаю. Как думаете? Ой-ой-ой, вы сдвинулись куда-то. Типа, ребята, не теряйтесь. Это, собственно, чебуреки. Вот такие вот замороженные полуфабрикаты. Полуфабрикаты. Тут 3 штучки, 5 штучек, 6 штучек. Давно не покупал. 7 штучек. Вот так вот выглядят. Богатырь, чебурек с мясом, состав, одно мясо и все, ничего нет, химии нету, все хорошо. Если что, если вот вы волнуетесь за мое здоровье, не надо волноваться. Да как это, просто не волнуйтесь и все. Такие вот сосисочки были, по-моему, по скиндочнику, поэтому взял. Я хотел взять другие, но тех оказалось нету. И мне позвонили, сказали, тех сосисок, какие вы хотите, нету. Можем вот эти. Я такой, ладно, давайте вот эти. Потом, такая колбасочка. Конечно же, витаминчики. Зимой витаминчики нужны, самое то. Клубничка. Как-то я брал, мне очень понравилось. Свежая, классная. Какой запах. С ума сойти. Посмотрите. Не красота ли? Красота личка. Я запах. А потом. Next пакет. Тут... Вот тоже, кто-то говорит, все сухомятка. Пожалуйста, вот суп вам. Раз суп. Два суп. Три суп. Четыре суп. И пять суп. Это соляночка. Обожаю соляночки. Они очень и очень вкусные. Пакет тудым-сюдым. И последний у нас пакет. Что тут? Тут M&M'сик. Такая сырная лепешечка. Батончик. Масло. И что, и все? По-моему, всего. Сейчас, вы не уходите. Сейчас еще мы будем все распихивать по местам, а еще надо сделать пакет в пакет. Please don't beat around the bush, and I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on, there's dishes in the sink and trash in the front yard. Все? Погнали со мной. Сейчас, подождите. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love, wilt like a houseplant.
пришел конец ролика, но вы будете обязательно ждать следующего. Я напоминаю вам, у меня есть Twitch-канал, у меня есть Telegram-канал, ссылочки в описании, приходите, фолловьтесь, подписывайтесь. Буду рад вас очень всех видеть и приветствовать. На этот момент я с вами прощаюсь, всем желаю счастья, здоровья, всего самого хорошего и наилучшего вашим близким. Чаще улыбайтесь и всем пока-пока. Спасибо за вашу поддержку и за ваши просмотры. Пока-пока.